Здравствуйте, друзья! Вашему вниманию ролик, присланный подписчикам, слушателям канала. Неплохо получилось. Компания «Росколлектор» выпрашивала, выпросила в конце ролика. Ну что, в двух словах даже не буду рассказывать, все сами услышите. Но тем, кому нужна юридическая защита, кто хочет знать, что такое компания «Алям», пожалуйста, ссылочка в описании ролика на наш сайт. На сайте видеоинструкция, как устроена работа кредитных юристов. Также выходит кликабельная подсказочка вверху в правом углу в процессе ролика. Пожалуйста, обратите внимание, смотрите видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, репост в соцсетях и все такое. Становитесь под юридическую защиту, хватит быть послушными рабами. Поехали, слушаем! Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Росколлектор». Меня зовут Сироткин Андрей Владимирович. Наш разговор записывается. Семен Евгеньевич. Да. Это вы, да, у вас относительно микрофинансовой компании «Честное слово» задолженность на сумму 32 тысячи рублей. Необходимо, соответственно, данную задолженность оплачивать. Сейчас вам идут новые условия, соответственно, предлагают возможность по акции платить данный долг 28 394 рубля и 2202 рубля с вас спишут. По данной акции оплату будете производить? А если я пойду сейчас в полицию, напишу на вас заявление? На кого на вас? На «Росколлектор». А при чем здесь заявление на нас? Мы что, хотите сказать, неправомерно действуем, что ли, Семен Евгеньевич? Ну, да, вы нарушаете сейчас закон 230. Это какой, интересно? 230 я не нарушаю закон. Мне вчера звонили с вашей компанией, мы общались с вашими сотрудниками. Сегодня вы опять мне звоните. И что вы общались? Ну как это? Вы должны все видеть это. Это ваша обязанность. Это видеть и наблюдать, вы кому и сколько обязанность вы звоните. Свою, Семен Евгеньевич, вы свои сначала обязанности выполняйте, прежде чем говорить о других обязанностях. За собой следите в первую очередь. Ну то есть вам можно, да? Вам можно, то есть нарушать 230 закон. Мне нельзя нарушать 230 закон. А зачем тогда нарушать? Я звоню на основании этого федерального закона. И сейчас... Зачем вы его нарушаете? Там же четко прописано. Там же четко прописано, не более двух раз в неделю звонить. Я вам первый раз звоню, во-первых. Так ваша компания, какая разница, вы или не вы, да хоть у вас там миллион человек будет, ваша компания имеет право звонить не более двух раз в неделю, не более четырех раз в месяц. Вы намерены решать вопрос вашего долга, оплачивать собираетесь в добровольном порядке? А вы скажите, пожалуйста, а вы будете нарушать закон 230-й? Вам наплевать на закон? Я лично не буду и не нарушаю. Это вам наплевать, Семен. Ну я сейчас вот собираюсь. Я не спорю. Сейчас. Я сейчас собираюсь, пойду вот к участковому, зайду, заявление напишу, а там пускай они там рассматривают, куда что делать. Да, конечно, но это же мое полное право написать заявление, правильно? Семен Евгеньевич, вы-то в первую очередь свои не выполняете обязательства. Ну, если я не выполняю, вы тогда идите тоже. Возможно. Вы тогда, пожалуйста, идите тоже и напишите на меня. Ну, хорошо. Ну, пускай компания «Честное слово» пойдет и напишет на меня заявление в суд. Это же тоже ее полное право, правильно? Компания так «Честное слово». Так и будет диалог вести? Нет, ну у нее же есть такое право пойти и написать на меня заявление в суд подать, правильно? Если она честная компания, «Честное слово», вы, она... Вы обязаны. Вы мне сейчас что доказываете? Я никому ничего не обязан, уж тем более вам я ничего не обязан. Я сейчас вас пошлю просто откровенно на три буквы русских. Хотите? Корректно. Хотите? Я сейчас могу это сделать. Хотите? Иди нахуй! Слышишь меня? Иди нахуй, записывай! Иди нахуй! Иди! Все очень правильно. Кто не согласен, пишите комментарии, ставьте дизлайки. Кому понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписались. Кому интересна деятельность компании «Алям», ссылочка в описании ролика есть, любого другого и этого, в том числе кликабельная подсказочка выходит на видео. Пожалуйста, посмотрите видео на сайте, вот эта подсказка. Ну и, конечно же, вступайте в группу ВКонтакте. Ссылка на группу в описании этого ролика. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания «Алям». До свидания.